Бразилия усилила меры безопасности в Рио-де-Жанейро перед открытием Олимпиады 2016. Под особый контроль полицейских попали такие знаменитые среди туристов достопримечательности, как статуя Христа Искупителя и гора Сахарная Голова. Всего за порядком будут следить 85 тысяч человек, половина из них военные. По словам местных властей, риск атак на какие-либо объекты минимальный. Ранее в стране арестовали 12 членов преступной группировки, которая планировала теракты на Олимпиаде. Они не были членами ТИГИЛ, но, по словам правоохранителей, пытались наладить контакт с экстремистами.